Друзья, всем привет! Мы находимся в Крыму. Сейчас майские праздники, каникулы, 4 мая. Планы у нас такие. Сейчас мы находимся в городе Керчь, недавно переехали Крымский мост, хотим пофоткаться. Дальше едем на Генеральские пляжи. Потом едем в Щелкино, гуляем по пустынным диким пляжам. Также сегодня или завтра хотим попасть на фестиваль воздухоплавания на Белой скале. Там обещают, что множество воздушных шаров поднимутся в небо на фоне Крымских гор. Дальше мы поедем в Новый Свет, там посетим тропу Голицына, потом в Судак, генуэзская крепость. Далее заедем на Меганом, мы с Меганом погуляем, посмотрим на красивые виды. Ну и, может быть, что-то еще попутно покажем вам. Когда смотрели прогноз погоды, увидели, что 16-18 градусов, решили, что это очень тепло, и оделись достаточно легко. Но, несмотря на солнце, яркое, палящее солнце, здесь прохладный ветер. Он очень сильно снижает температуру. Хотя в Краснодаре вчера было плюс 32 градуса, и было очень жарко. Все фотки, которые хотели, мы сделали. Сейчас отправляемся дальше. Следующая локация – Генеральские пляжи. Гладко. Или там нельзя ехать? Ох, ля, какой разваль. Страшно, когда так. Итак, наконец-то мы подъезжаем к Генеральским пляжам. Дорога была не очень ровной, но... Но мы справились. Тюльпаны красные, маленькие, представляешь? Дикие. Да, горные дикие тюльпаны, да. Красные. Вон они, кстати, они на коротких ножках. Да, да. Потому что... Не, они на самом деле на... ветреных степях они растут на коротких ножках. Вон, посмотрите, сколько их много. Да. Сейчас, наверное, мы выйдем, посмотрим. Целая полянка. Казалось бы, мы живем в Краснодарском крае. Зачем нам ехать в Крым? Но на самом деле здесь очень красивая природа, которая отличается от природы Кубани. Здесь много лугов, степи, другие деревья, цветы. Очень интересная, красивая природа. Плюс есть доступ сразу к двум морям, к Азовскому и к Черному. Поэтому путешествовать здесь одно удовольствие. Красиво как! Вау! Ой.
тут еще круче вид. А вон заяц на дороге, смотрите. Точно, Полин, смотри. Да, смотри. Обалдеть. Ой, какой хороший. Вот это я понимаю, где природа еще не убита человеком, да? Можно увидеть много разного, да? Птиц сколько разных красивых, да. Зайчик. Это все ракушки? Иди сюда. Слушай, ну обалденная. И вода такая. Прям вот хочется, чтобы сейчас было лето и правда здесь пожить. Там видел палатку? Я постепенно начинаю понимать, почему все так восхищаются генеральскими пляжами. Это прекрасные дикие пляжи, дикая природа, красивое море, горы. Смотрите, у меня уже полные карманы ракушек. Друзья, просто посмотрите, какой шикарный вид за моей спиной. Это просто чудо какое-то природы. Я, конечно, много слышал о генеральских пляжах, но во многих видео не смог разглядеть этой красоты. Сейчас, когда я нахожусь здесь на месте, это, конечно, непередаваемые впечатления и ощущения. Чувствуется мощь природы, красота природы. Друзья, и это только вторая наша локация в Крыму. Впереди еще очень много интересного. Сейчас мы находимся на генеральских пляжах. Дальше мы двигаемся в сторону Щелкина и Казантипского природного заповедника. Так, а там, гляньте, и куропатка сидит. Или фазан, кто это?
Или заяц. Или носорога. Крутой. А второй где? А вон и второй побежал. Здесь море более спокойное. Сейчас я хочу потрогать воду. Мне кажется, даже потеплее. Теплее вода? Ну да. Друзья, мы прибыли на следующую локацию. Это у нас Щелкино, Татарская бухта. Тоже очень красивый пляж. Но уже совсем другое зрелище. Спокойное море. Решили посетить еще один пляж Щелкино, тоже очень красивый песчаный пляж. Там целая мидия, которая дома. Мидия. Ой, да. Ой, мидия. Полина переучила, я сама забыла. Открыть. Ты уверена? Я ее открываю. Выходите за меня. Нет. Ой. Ой, я боюсь. Да, она тебя не съест. Не вон она. Тут есть кто дома? По-моему, нет. Она, наверное, думает. Думает, ко мне воры едут. Вор. Сопля какая-то. Пап, мы ее открыли.